Любимому гостю. О, стоп. О, я якорь вот. Соня, вон только себе положи. Вика, отойди, пускай она положит. Давай. Уходи. Это я. Мать смачивает руки. О, расправляй там, расправляй по всей. Смотри, вот так. Это я, тихо, она пускай сама делает. Я команда. Так, подожди. Да? Все, Соня, ты сделала, отойди пока, пускай Маша сделает. Маша, бей. Бей, бери тесто. О, давай. Эх, Соня, Соня, в тесте. Да тихо, много, а ты как думала, ага. Ну, бери, что отпустила-то? Так, отойди, Соня, зачем берешь-то? Я сказал, отойди, ты уже мешаешься. Идите. Соня, отойдите. Давай в эту, Машу, о, вот эту. Клони, все, расправляй там потихоньку. Вот так, видишь, вот так. Сейчас я. Сколько вы наложили? Много, конечно, наложили. Это я. Большая. Давай, Вика, бери. Хватай, бери. Тебе видно, Сергей? Ну зачем ты кушаешь-то его? Выплюни. Это не надо делать. Подожди, спечется как-то. Хватит или еще? Еще немножко. Так, тихо, руки. По очереди, я сказал, Соня, отойди. Да, отойдите, вы мешаете друг другу. О, все. Я не кипятку. Я после Зифы. Нет, после меня Соня идет. Да. Расправляй там. О. Все, давай, отходи. Соня, подходи. Сейчас я смочу руку. Соня, подходи. Иду. Бейте. Давай, руки смачивай. Сейчас, подожди, я форму переставлю, пока смачивай. Не перевелись еще женщины в русских сериалах. Это точно. Дядь Володя. И коня на скаку. А вы дядь Никиту не видели? Горячий. Не видел. Ты посмотри, тут какой процесс хороший происходит. Да. Смотрите, как интересно. Мы тут тесто берем и ложим вот сюда. Бери. Еще бери. Можно мне тоже дядь Володь? Подождите, что у вас такая толпа-то набежала? Я руки помыла. Давай, отойди, давай. Вика, отойди. Пускай сама кладет. Ну что ты? Я знаю. Но я ей помогаю, чтобы у нее тесто пускай не упало. Пускай она не упадет, она же держит. Все, раскладывай по всем. Не трогай, пускай она сама будет. Сейчас кто? Сильно-то не жми. Я. Просто потихонечку. Нет, раз. Только волосы все. Надо заправлять под косынку, чтобы ни одна волосинка не трясла. Вик, иди сюда. Волосами отходи. Руками не трогать волосы. Мама мия. Заправляй. Мама мия. У нее все рукава в тесте. Ну ты что сделаешь? Первый блин комок, как говорят. Вот у нас тесто само. Аккуратней надо с тестом. Сейчас я подберу тесто, а то она сохнет же на стенках. На, мой такой. Так, вот эту с волосами тоже убирай ее. Иди сюда. Чтобы ни одна волосинка не торчала. Эй, иди сюда. И ей тоже так сделал. Потуже сзади завяжи. Иди ко мне, повернись. Так, сейчас Вика вроде первая была. Да. Ну, отходи, так, вот так вот заправь их. Да. Потом, она не была, она не была. Да. Вот. Маша, прости меня, Маша. Ну вот. Вот. Я выравниваю все. Сейчас я ее наклоню. И вам это. Писко. Нельзя к печке, она горячая. Ну-ка, отодвинься. Так, давай вот эту с волосами убирай. И сделала ей. Нет, все, сделала. Нормально, отойди. Молодец. Вика, отойди. Так, чья очередь? Твоя? Нет. Скамейку. Отойди. Я самая последняя буду. Залазь. Я все выравниваю, дядь Володя. Давай еще руки, еще раз смочу. Все. Просто смочить надо. Сейчас я уберу. Я хочу, чтобы была булочка. Давай, тесто, бери тесто. Капец. Давай, бери. Ничего себе. Вот так. Дядь Володя помогает целую. Ты должна была силу какую иметь. А что, Леонида тоже ушла почти? Да. Тебе надо с этой стороны намазать. Леонида же вроде болела. Тихо, только не уроните. Все, отдай, пускай она кладет. Пускай кладет. А то еще с тестью будет. И да. Вот сюда вот клади. А мы оба обняли. О, расправляй. Отойди, Вика, ну ты мешаешься, отойди. Пускай она расправляется. Я последняя. По всем углам вот этим. Я после Маши последняя. Все, нормально. Все, Маша, отходи. Нет, потом после Ксюши я. Сейчас. Я после Маши. А потом я, а потом смачивай. Ты, Маша, и потом... Хорошенько, все смачивай. Во. Все, подай тесто. Ну, Ксюша уже и сама может. Давай побольше. О, клади. Все, теперь там. Я. Нет,
Маловато, наверное, нет? Тихо, не проливай только. А, Володь, а? Наверное, маловато. Где? Вот здесь. Ну, она... Ладно. Поднимется. Мы просто много кладем, вот тут слишком много у них, девчат. Так вот отсюда отлепи. Или уже... Да, почему? Можно она еще пока. Жидкое сделал, хорошо. Угу. Густое. Так, сейчас она кладем. Вот. Тесто. Еще немножко возьмем. Жидкий, Володь, лучше, да? Ну, как бы, да, он это, быстрее уходит. Все, такой. Все, во. Отойди. Покажи рукавчик, пожалуйста. Соня, отойди. Клади. Вот. Работает. Мастерицы наши. Сейчас полоскну. Не сполоскну, а сполосну. Все, отходи в сторону. Сразу в сторону отходи. Я. Да, Вика. Где вы еще такое в городе? Смачивай. А других не этого идут. Смачивай. Раз просто смачивай, мы чуть-чуть горит. Мы обязательно. Давай. Да. Давай, обеими руками. Сейчас такая тесто отрывает в бабах на пол. Не надо на пол ничего. Вот, хватай. Вместе с тестом. О, все, отлично. Забирай весь. Все, хватит. Давай, Маша. Вот сюда, в край. Ого, вон там дальше. Дальше. Клади вот сюда. Вот сюда, клади. В дальнюю там уже кто-нибудь из взрослых положит. Все, я расправляй. Я положу весь взрослый. Расправляй по всей длине. Толки ее там. Кто туда положил? Делать было, Володя, тут тесто. Что тесто? Это я ссылки на остатки был. Хлеб пекут. Не работает? Все, все. Ну, вон, смотри, какая... трудотерапия. Мы идем. Так, следующий кто? Машка. Мужик не надо показывать. Учится, да? Ну, Катя. Да. Давай, бери. Смотри, видал, что делает? Такая радостная. Там хоть видно, что она тесто берет, Сергей? Видно? И какая? И коня на скорую. Больше бери, больше бери. Если надо, избу подожгу. Опа, вот тесто. Давай, бери. Вот, бери, я. Я говорю, это будет клубочек. Отходи. Отходи. Соня, отходи, не мешайся. Чего? Давай. Потом Ксюша идет, после Ксюша я. Так, руками не бери, Соня, у тебя прилипать будет. А что такие руки гладкие? Без воды, оно прилипает. Все, а ты в дальнюю тут будешь, класс. Вообще руки тесные. Так, отходим, девочки. Соня, отойди, не мешайся. Надо было сполоснуть. Побольше надо было чуть-чуть. Еще возьми чуть-чуть. Прямо на нее. Как... Разравнивай там по всей площади. Как гусеница, дядя Володя, помните? Так и ей прилетело. Подожди. Не торопись, сейчас оно уйдет. Мешаешься. Я в очечке. Все нормально. Сейчас. Потом я посередке. Потом я отсюда. О, Вика, смотри, какой. Тихо, много. Еще убирать надо. Все. Ливия тоже посидит. Я все руки помыла. Много еще надо немножко убрать. Теперь я. Все, подойди. Куда? Вот сюда. Нам с тобой, Ливия, не хватит места. Уже последние. А, не последние. Еще вот эти. Дайте мне сполоснуть руки. Да, отойди пока в сторону. Отойди. Сейчас. Все, быстрее бери. О, все, давай, клади. Тихо, подбирай. Тесто-то подбери снизу. Так, во, клади туда. Разводи, Никита. Вот, делаем. Разравнивай. Дядь Никита, мы уже тесто ложим сами. Да. Это все маленькая, как Соня с Машей. Что? Ростиком такая маленькая. Даже Соня вон выше тебя. Насколько она меня выше? А носочки нечестно. А носочки у вас нечестно. Одна. А
Осталось. Вон какая еще высокая. Там две. Три. Вон какая. Еще на одну булочку будет. Да? Много наложили некоторые. Что? Так, руками трогай. Зачем трогать? Все, больше ничего. Мы все разравниваем. Последователи. Тетя Галя, мы все это запомнили сами. Ну, вообще. Да. Я все катери. Вот. Давайте, одну. Дяди Володины последователи. Да, да. Дядя Володя, можно я одну? Нет, вот. Давай одну. Ну, все, вот. Дайте это. Ливии одну. Вы там уже вон сколько наложили. Сколько хватит? Дай. Дрянь, ну, отходи, все, отходи, отходи, руки отмывай. Все, можете идти отмывать. Маш, есть и все рукава. У меня что, такие у меня ученики. Какие же. Давай, Лилия подходит. Тихо, отставим. Все, уходим. Идите, мой. Так, фу. Я посмотрю сразу стирки сколько. Я-то сразу смотрю, сколько у меня стирки ты добавил. Молодец. Выходим, выходим. Уходим. Так. Ты не фартук, ничего. Вот это. Вот это отсюда. Да, точно. Это случайно. Косявки свои. Косивки. Все, сейчас она будет этой лопаточкой. Угу. Ничего себе, сколько их тут накопил. Иди отсюда. Что вот ты их тут копишь? Лопаточники. Так, ты что-то близко себе стоишь. Ой, тут наоборот самое дело. Что такое говоришь-то? Все, клади. Ага. Ну вот, одна ученица. Разрабить. Хоть не до локтей в тесте. Она просто опыта набралась. В прошлом году. Что-то уже в прошлом году стряпали? Я стряпала. На хлеб стряпал. Какие же вы счастливые. С кем-то ты вдвоем тут была. С Ксюшей. Точно. Потом до обеда отдыхать. На башне гасили. Может, здесь ополоснуть руки? Ой, да все равно никто почти не работал. Так обидно было. Да? Да. Мы-то думали, все на огород уйдут. Они не ушли, они тарелочки перетаскивали. Они после обеда вообще тут с Володей занимались. Нет, с дядей Витей. С Витей, да. Все, сейчас бумагой накрою, чтобы по нему по тесту не ползали. Дядь Володь. Да я ж не мука. Она с баб Надя первой помидоркой угостила. Баб Надя, баб Надя. Баба Надя. У нас баб Надя. Баб Надя. Баб Надя. Баб Надя. Сейчас комиссия присядет на наш канал. Мы же им сказали, где. Да. Увидел тут трое. Дядь Володь, давайте еще футбол поиграем. Дядь, баб. Все, накрыли. Дядь Володя, отметь этих вредных. Дядь Володь, баб Надь. Краска сестра, по-моему, справилась. Сокращаем. А, посмотри, ну тебе-то стыдно будет есть, дочь. Я случайно. У кого локти, у кого пузо в тесте. Выходи.